площадь задыхается. Там невозможно жить. И таких голых участков на теле Барнаула немало. Неприкрытый стыд на площади Октября Татьяна предлагает скрыть зеленью, высадить не менее 50 деревьев. Еще недавно активистка стояла на одиночном пикете в защиту сквера на площади Сахарова, где планировалось построить отель «Рэдисон». Сегодня за ее спиной уже десятки людей, которые кричат: «Отстояли сквер, отстоим и город». До сих пор не верится нам, еще кажется, что Мне кажется, что это еще и неправда. Действительно так и будет? Или потом все-таки возьмут и построят? Власть ни одна в этом городе, ни одна может распоряжаться им и его территориями. Главное требование барнаульцев – оставить зеленые зоны в покое и строить в других местах, даже если речь идет о крупнейшем игроке гостиничного бизнеса – «Рэдисоне». Сейчас специальная комиссия решает, где же будет заложен фундамент отеля. В группу вошли архитекторы, чиновники и застройщик. Общественники опять в стороне. На днях барнаульский архитектор Петр Анисифоров назвал наиболее лакомые территории для «Рэдисона». Среди них Обской бульвар, а точнее место за музыкальным театром, и сквер, где установлен памятник жертвам радиации. Строительство гостиницы со статусом 4 звезды может способствовать формированию имиджа современного Барнаула, расположению объекта в центре города, эффективному развитию туристской инфраструктуры. Как развивать туризм в городе, где уничтожают зеленые зоны, митингующим непонятно. Их не устраивает и качество озеленительных работ в Барнауле, а точнее их видимость. Если вы видите, у нас очень много в Барнауле стоят буквально прутиков, то есть они формально озеленяют город, к сожалению. Но эти прутики не приживаются, потому что они слабенькие, они маленькие, а посадочный материал более качественный, он дороже. 96 человек на митинге подписали резолюцию. Барнаульцы предлагают городским властям зарезервировать в генплане города участки для будущих зеленых зон, а также провести инвентаризацию скверов и парков города, чтобы не повторять глупых ошибок, которые будут расхлебывать уже следующие поколения. Ирина Корчагина, Николай Шилко, «День с толком».